Хочу показать вам еще один сорт ежевики, то есть называется Polar данный сорт. Он вот у нас июль, он только начинает зреть. Ягодки сами по себе мы уже дожирвали. Ягодки нам не понравились, они большие размером. Сейчас я вам покажу одну спелую ягодку. Вот ягодки еще больше, чем лохты по размеру. Вот. Длина небольшая, но ягодка такая даже сочная. Сочная, вкусовые качества, кислинка присутствует. Вот, но вкус достаточно приятен. Вот, вот так вот выглядит плод. Как вот на камеру направить, где тут моя рука? Вот, вот моя рука. Вот так вот выглядит плод данного сорта. Ягод, конечно, небольшое количество. Вот еще у нас один плод данного сорта. Плодоносит. Скоро еще созреет. В этом году их, конечно, немного. Данному кусту всего лишь 2 года, поэтому плодов немного. В следующем году, я думаю, будет больше плодов. Как видим, отросток. Вот это вот у нас отросток на следующий год. Он такой толстый. Вот так вот он выглядит. Как я уже ранее говорил, ежевикой я занимаюсь не так давно. Можно сказать, 3 года я всего лишь ей занимаюсь. Вот 3 года кусту, значит, столько же я и занимаюсь ежевикой. До этого у меня ежевики никогда не было. Вот в данном случае я хочу вам сказать, что этот сорт не колючий. Вот он также не разрастается от корней. Польская селекция. Так вот выглядит у нас сорт Polar.